Всем привет! Вы на канале Серафима Шоу ТВ. Всем привет! И мы сегодня делаем обзор куклы Бамбалины. Говорящая кукла Бамбалина, малышка Нена. Да? Вот такая куколка интересная, чем-то похожа по функциям своим она на Бэби Бона, потому что она умеет пить также из бутылочки, может мочить подгузничек, а еще у нее есть такие уникальные возможности, то, что она разговаривает на украинском языке, то есть она может произносить 23 фразы на украинском языке. Мы сейчас это все увидим после распаковки. А также вместе с ней идут аксессуары. Это расчесочки. Расчесочка тут нарисована. Расчесочка и разнообразные резиночки. Ну что, начнем распаковку? А я сначала. Нет, сначала давай я отрежу. Надо здесь скотч. Ура, ура. Вот я дождалась куколки. Достаю резинку. Подожди. Давай. А ну придержи коробочку и будем доставать нашу Бамбалину. Держи. Трусы вот видно. Так, держи коробочку. Бамбалина! Вот такая Бамбалина. Здесь розовый с фиолетовым. Итак, здесь, значит так, что мы здесь имеем? Вот такая куколка. Кстати, тоже она идет с волосами такими красивыми, с красивыми вот хвостиками, Кира. Резиночками, как и старшая сестренка Кира, которая у нас есть. Вот здесь есть вот такая бутылочка, из которой она может пить. Мама, и вот такая заколочки и расчесочка. Уже ты уже отцепила? Давай сейчас поближе мы на нее посмотрим. Я счастливая. О, уже счастливая. Уже счастливая. Мы сейчас послушаем все фразы, которые она украинский может... Украинский – это наш родной язык. Да, правильно. Все правильно. Вот, а мы сейчас разговариваем, вот видите, по-русски. Так, вот ножки у нее прикручены. Ну-ка. Давай, уже можно ей пить. А мы сейчас проверим, как она будет пить из бутылочки. Я помню. Нальем водичку такая и посмотрим. Так, Серафимушка, ну держи Бамбалину. Малышку Нену. Проволока разная. Так, сейчас мы достанем расчесочку. Так, надежно. Я могу тебе. А ну-ка давай. Куклу посади, Серафимушка. Так, она. Расчесочка. Смотри, сколько резина. Много-много разных это цветов. Это будет, наверное, накручивать на голову, да? Наверное, все проверено. Это мама у меня будет все делать. Нап. Нап-та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 -
хочу, а то дыну, не хочу. Так, вот такая куколка. Бамбалина. Бамбалина. Вот такая у нас бамбалина. В таком красивом платьюшке. А я веселый. О, это шорты, а не трусы. Да, такие шорты, а не трусы. Ну что, послушаем, какие она фразы говорит на украинском языке. А ну, Серафима, нажимай на животик. Выйди, выйди, солнышко, на дедовое полочко, на бабине зілечко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються.
Еще нажимай. Я забыла сказать, что это наша сестричка. Это еще одна сестричка для феечки и старшей сестренки Киры. В общем, теперь у нас многодетная семья, да, уже три сестры. Серафимушка, нажимай еще раз на животик, послушаем еще. Не раздевайтесь еще? Пока нет, а ну, нажимаем. Я тебя дуже люблю. Я тебя дуже люблю. Я тебя тоже люблю. Она такая легкая, потом. Да, действительно легенькая. А ну, нажимай еще раз на животик. Она самая маленькая. Обеймай меня. Обеймай меня. Еще нажимаем. Яка твоя улюблена квітка? Яка твоя улюблена квітка? Моя розовая роза. Розовая роза у Серафимы любимая квітка. Я хочу спати. Заспівай мені коли скоро. Вот как вот здесь вот есть розовая роза. Вона хоче спати. Заспівай їй колискову. Я хочу пити. Вона хоче пити. Най. Нам давай попробуем, нальем бутылочку водички и... Поспи, малышка, засыпай, и глаза ты закрывай, и ты не солнце мое, спи, заспи, глаза засни. Держи бутылочку, а ну давай попробуем. Водичкой попоить ее, нашу малышку Нену. А ну? А может, ты принесешь памперс? У нас есть горшочек, и мы попробуем посадить ее на горшочек и посмотрим, как она его намочит. Ну что, пьет водичку? А ну, аккуратненько. Туда, может, хорошо нужно бутылочку. А ну-ка, получается? Она даже говорит, поцелуй меня в щечку. Поцелуй меня в щечку? Да. А ну-ка. Ой! Ой, уже писает, видите? Действительно писает. Поэтому, когда вы соберетесь ее поить водичкой, нужно сразу ее посадить на горшочек. Меня облила! Ничего страшного, сейчас все вытрем. Это видео надо снять. Так, а ну, Серафимушка. Короче, ставь лайк, подписывайся на канал. Серафима пошла одеваться. Итак, мы нашу Нену попоили водичкой. Она у нас уже пописала. Мы ее посадили на горшочек. Действительно, она писает. Эта функция выполняется у нее. И поэтому мы можем продолжить слушать те фразы, которые она говорит на украинском языке. А ну, нажимай на пупочек. Расскажи мне казку. Расскажи мне казку. Дальше. Давай щось намалюємо. Давай щось намалюємо. Давай щось намалюємо. Дальше. Мені з тобою так весело. Мені з тобою так весело. І так наша бамбаліна Нена може говорити 23 фрази на українському язикі. Ой, даже платье мокрое. Ну, ничего страшного, это же водичка. Итак, что еще мы хотим посмотреть из наборчика это, который входит с аксессуаров для куклы. Вот такая расчесочка, вот такие вот резиночки, звездочки, голубенькие, фиолетовые, вот такие спиральки для волос, такие спиральки для волос, красивые, и вот такие бусинки. Это такие тоже резиночки, я так предполагаю, для волос, как бусинки. Ну, в общем, мы обязательно придумаем, куда их приспособить. И обязательно с этими аксессуарами снимем еще отдельное одно видео. Отдельное видео. Берем маленькие локоны, вот так вот все накручиваем. Вот так вот. На волосики накручиваем, да? Ну, я так не умею, мам. Мы обязательно с тобой все научимся, сделаем и снимем видео, все. Как мы делаем прически. О, вот это бамбалине Нене. Вот. Ее зовут Марина. У нас свое имя, да, для нее будет? Это будет Марина. Есть у нас Кира, Даша и Марина. Три девицы. Да, Серафимушка? Тебе понравилось? Так это Марина. Не я, мама, вот мама, и вот папа.
А еще мне лично что понравилось, что эта кукла, она без специфического запаха. Волосы тоже натурально пахнут. Также расчесочка без специфических запахов. Для меня это очень важно. И поэтому, я думаю, для Серафимы тоже. Серафимушка, расскажи, что тебе понравилось еще в этой кукле? Мне понравилась бутылочка и вот эти бусинки. Бутылочка вот такая. Вот такая бутылочка. Интересно. И вот такие, конечно, красивые разноцветные бусы. Итак, сделали мы обзор нашей куклы Бамбалины Нены. Но у нас свое имя есть. Она теперь у нас Марина. Да, Серафим? Как подружка. Как Серафимина подружка Марина. Поэтому мы будем заканчивать наш обзор. Сейчас мы оденем памперс нашей Марине, поскольку мы ее поили водичкой. И чтобы остатки водички ушли в памперс. Серафимушка, а ну одевай памперс. На этом мы будем заканчивать наше видео. С вами была Серафима Шоу ТВ, Марина, Даша и Кира. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока. Пока.